Спасатели регионального МЧС яро выступают за необходимость скорейшего начала отопительного сезона. Чем холоднее в квартирах и домах, тем чаще жители региона пользуются отопительными приборами. И как следствие, растет статистика бытовых пожаров. В минувшие выходные в малосемейке на улице маршала Жаворонкова из-за неправильной эксплуатации обогревателя загорелись предметы мебели в одной из квартир. При тушении пожара спасатели обнаружили тело 39-летнего мужчины. По предварительной информации, он спал. Сотрудники спасательного ведомства напоминают элементарные правила безопасности при пользовании отопительными приборами. Уважаемые жители, гости Ивановской области, в избежание возникновения пожаров запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, пользоваться самодельными электронагревательными приборами, неисправными розетками, пользоваться электроутюгами, электроплитками без защиты тепловой энергии, применять нестандартные самодельные электронагревательные приборы.